Всем привет, с вами Маханева Наталья, канал «Все сразу». И с моим помощником, или помощницей точнее, я хочу сегодня показать вам дайкон Саши. Вот такая особь у меня выросла. Одна вот эта вот уже стрелку собралась пойти. Видно, ей тесно было. Насколько я понимаю, этот дайкон должен расти с очень приличным расстоянием. И сеять сплошняком его никак нельзя. То есть сажать каждую семечку. Мой помощник, точнее помощница, как обычно, со мной. Сейчас я покажу вам, как он растет у меня. Видео о том, как я его сажала и когда я его сажала, я поставлю в описании в прикрепленный комментарий. Одной рукой не очень удобно, но я все равно покажу. Он у меня по краю грядки, в парнике, в тепличке. Помидорам сейчас он уже начинает мешать, поэтому самые крупные я уже вытаскиваю. Вот такие. Вот где один он сидит, либо где я уже выдрала часть. Он вообще огромный. Вот такая прелесть. Надо его скорее вытаскивать, иначе он будет жесткий. У меня рядочек дайкона 2 метра всего. Из этого рядочка 3 штуки ушло в цвет. Наверное, из-за того, что было тесно. Если кто-то предложит другие варианты, почему они ушли в цвет, подскажите мне на будущее, потому что дайкон я сажала в этом году первый раз. Ну, в принципе, уже понятно. Вот этот, сейчас за листиком не видно, вот этот ушел в цвет. И штуки 3 я сегодня уже выкинула. В принципе, дайкон меня порадовал. На вкус он как редис. Очень люблю крупный редис, поэтому дайкон удовлетворяет этим моим потребностям. И, соответственно, дайкон Саша я буду еще сажать. Скорее всего, в конце июня, как световой день пойдет на убыль. Я обычно сажаю в это время редис, каждую неделю начинаю сажать. Редис я предпочитаю сорт сержант, о нем уже много видео есть. И, соответственно, в этом году буду сажать рядочек дайкона. Именно на убывающий день уже. Также хотела сказать, что я сажала 2 сорта, и уже есть видео о том, что меня абсолютно разочаровал сорт «Сахарная роза», если не ошибаюсь. Он весь ушел в цвет. Абсолютно весь. То есть зря потраченное, как говорится, место на грядке. Кто знает, какие сорта дайкона, которые можно сажать весной, которые быстро раннеспелые, чтобы не захламлять грядку, потому что это, я повторюсь, в теплице, чтобы не мешал дайкон помидорам, посоветуйте, пожалуйста, сорта. Буду очень благодарна. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Также хотела напомнить, что Дзен приветствует подписку и засчитывает просмотры только когда люди подписались. Поэтому, кому не сложно, подпишитесь на мой канал. Вам не сложно, а мне приятно. Всем до скорой встречи. С вами была Маханева Наталья. Канал «Все сразу».